Всем привет! Мы вновь в Италии, Ливинио. На этот раз у нас чуть-чуть пасмурная погода. Видимо, скоро будет дождь, но мы должны успеть. Сегодня мы поедем по красной трассе. И этот спуск будет необычный, потому что с нами поедет Антон Синцев. Это сборная России по кросс-кантри. Уже не первый год, третье место чемпионата мира по кросс-кантри. Да еще много заслуг. Еще с нами Саня, красавчик. Че, давайте, катнем. Сейчас я масочку надену, одну секунду. Стартуем из ворот. У Антона обычный кантрийный подвес. И, честно говоря, мы сегодня его случайно встретили. И я был максимально удивлен от того, на каких ходах он проезжает трассы, которые мы вот катаем с Петяном, с Сашком. То есть реально хороший уровень. Ходов присяду. Накат у меня явно меньше, у меня передевая резина стоит. Сзади мягкая. Поворотик прыгнет. Правый поворот. Из него выпрыг в левый трассы. Немножко подразбились, не очень сильно. Конец сезона, сейчас сентябрь. Уже буквально через неделю здесь даже закроется байк-парк, чуть больше, чем полторы. Столы. И мы ловим последние. Теплые, приятные деньки. Антон живет и тренируется в Ливинио. Мира, чемпионат, то есть довольно сильный гонщик. Аккуратно, странно ребята стали прямо на трассе, обычно так делать не нужно. Правый, левый, заходим пошире. Прыгнем пролеточку, раз маленькую, вторую. Мы не просто так, кстати, в этом году в Ливинио. Мы приехали, мы проводим здесь обучающий лагерь. Две группы. Потом видит Петя, видит я. Вот сегодня мы ехали сюда так же. Я думал, что Антон поехал на большой дроп. Я же рот открыл, честно говоря. Еще одна двоечка. И покачать. Выйдем на маленькие дёрты. Вот так вот надо ездить кросс-кантри. Очень приятно удивляет. Антон. Есть такие ребята, которые не приходят тренироваться здесь, в Италии, потому что в России пока еще не очень много таких трасс. Ривер Гэп. Я помню, что это прыгает он на контрейном велике. До сих пор не перестаю удивляться этому. Красивый занос. Это было хорошо. Очень круто. Санчес, ты здесь? Ну, руки да. Не забились?